Это видео прислали местные жители дома номер 2/6 на улице Циолковского. Во вторник мусорные контейнеры были переполнены. В среду с утра их вывезли, но основная проблема не исчезла. В начале мая баки оказались прямо напротив одного из подъездов жилого дома, не более чем в 15 метрах от него. Это связано с тем, что соседняя ТСЖ «Есения» затеяла реконструкцию дворовой территории домов, расположенных на улице Есенина. Под ремонт попала и площадка для мусорных баков. По словам жильцов дома на Циолковского, контейнеры бесцеремонно были перенесены на их зеленую зону без каких-либо согласований. Я вообще не понимаю, как можно. У нас штрафы выписывают, если даже автомобили паркуют, да, на газонах, на зеленой территории. А здесь его просто уничтожили. Там насыпали уже мусор строительный, я не знаю, это щебенка или еще что-то сыпали. То есть здесь у нас часть газона уничтожена просто. Местные рассказали, что при строительстве этих красных домов жители хрущевки лишились детской площадки, так как зеленая зона частично перешла под новую застройку. Теперь они вынуждены гулять с детьми в соседнем дворе. А сейчас первое, что видят жильцы, выходя из подъезда, эту свалку. Запах стоит, когда дождь все разливается у нас здесь. И картина ужасная просто. Но я понимаю, что все надо понимать, конечно, там ремонт и все остальное, но это уже затягивается на второй месяц. Вы видите, никаких работ не ведется, все как брошено, никак ни техники, ни рабочих нету. И так вот уже неделю никого здесь нету. В то же время в ТСЖ «Есения», ответственным за реконструкцию двора, пояснили, что работы на днях закончатся, и заверили, что мусорные баки будут убраны. Ну, буквально еще 2-3 дня. А у нас как раз идет работа по мусорке, и мы все оттуда заберем. А на прежнее место двор перекроется, все закроется. В ТСЖ также пояснили, как они собираются решать проблему с вывозом крупногабаритного мусора. В Экопромску, да, я уже заявку сделала. Они обещали вывезти. Это же они вывозят. И крупногабаритные они вывозят. Этот двор сквозной, соединяет улицы Циолковского и Есенина. Вишенкой на торте для прохожих и местных жителей теперь стали бездомные. Они облюбовали стихийную свалку. Собираются бомжи, тут у них, вот видите, какая удобная территория, выпивают, общаются, тут крики стоят. Но я не скажу, что они там к людям не пристают, естественно, но сама эта вся картина очень впечатляющая. Жильцы дома на улице Циолковского хотят одного, чтобы мусорные баки скорее вернулись на прежнюю площадку, а между всеми близлежащими домами выстраивались добрососедские отношения с уважением к жильцам. Они также надеются, что газон и бордюр будут приведены в порядок тем же ТСЖ «Есения». Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».